Большой средник прошел во дворах жилых домов по адресам Подшипниковая, 24 и Революционная, 48. На уборку вышли представители Самарской городской думы, молодежного парламента, участники молодой гвардии, ученики 58-й школы и местные жители. Убирали прошлогоднюю листву, ветки и мусор с газонов и детских площадок, подметали дорожки, красили дворовое снаряжение. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. Жители домов на Подшипниковой и Революционной вышли на средник. Помогают им Самарская городская дума, молодежный парламент, молодая гвардия и ученики 58-й школы. Это наш город, наш район, и хочется, чтобы было все чисто и все в наших руках. Городская дума традиционно заботится о благополучии родного края. Недавно провели экологическую акцию по уборке мусора с берега Волги. В планах высадить саженцы деревьев, кустарники и цветы в самарских дворах. Людям не безразлично, в каком состоянии находится двор. Вот. А наша задача органов исполнительной, представительной власти – поддержать. Вот. Потому что многие из них – это люди старшего поколения, пенсионеры, вот, которые сегодня в рамках возраста своего, так сказать, недуга, даже некоторые спуститься не могут. Но благодарят за то, что вот молодежь помогает, не остается безразличной. Участие в уборке города доступно каждому. Необходимый инвентарь можно получить в управляющей компании. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.